Я пошутил. Он поехал. Внимание, я первый. Volkswagen Passat номер U7254MO цвета морской волны. Вышел со стоянки в 11:15. Направляется в сторону Кутузовского проспекта. Как поняли? Я второй, вас понял, первый. Через минуту должен проследовать мимо нас. Ждем прием. Я третий, вас понял. Ждем в районе села. Прием. Я четвертый, стою возле Кутузовского. Прием. Я второй. Вижу Volkswagen Passat, начинаю преследование. Прием. Понимаю, зачем Зойка светит меня? Знаешь же, что я с девочками завязал. Я в долгу не останусь. Руки! Ой. Мыло? Шутка юмора. Бабушки-старушки меня не интересуют. Ну ты чё, Вов? А языком работаешь хорошо? Спрашиваешь. Если пойдет дальше на Калининский, третий подхватишь его, а я отстану. Я третий, понял. Объект идет по Новоарбатскому мосту. Приготовиться, может свернуть на Садовое кольцо. Прошел Садовое кольцо. Вышел на Калининский. Вот так до вечера может кататься. Интересно, куда он теперь свернет? Может повернуть на Бульварное кольцо. Четвертый. Ты что, заснул? Слышь, слышь. Объект сворачивает на Гоголевский. Вижу. Начинаю движение. Долго он так будет мотаться? У меня уже бензин на нуле. Не засоряйте эфир. Поменьше трепитесь. Обижаете, товарищ майор. Преследую. Да не жмись ты к нему так. Не жми, слышишь? Я не жмусь, он специально притормаживает. Что-то почувствовал. Вышел из машины, идет ко мне. Командир, прикурить есть? Что-то у тебя кремешок, Нефович. Плохо, она же с пьезоэлементом. А? Да. Спасибо. Вот так вот. Меня отрезал поток машин. Богат. 18-й. Объект пошел в вашу сторону. 18-й вас понял, иду за ним. Идет по Суворовскому.
Свернул на маршала Шапошникова. Снова свернул на Волхонку. Второй, видишь его? А как же? Подъезжает голубь мира. Я первый, преследование прекратить. Всем следовать в район Кропоткинский. О, ну чё, в кабак завалимся, а? Заглохни. Сиди, как пришитая. Пошел. Так, переходит Кропоткинскую. Идет к памятнику. Так, а вот и второй. Успеваешь, Коля? Да-да, все понял. Операцию начинаем. Поехали. Поехали. Я тоже юмор обожаю. Иду, иду! Че растрезвонилась? О, явилась, не спросилась. Где по ночам шляешься? Поздравляю, Виктория Степановна. Вернулись. Кто? Кто-кто? Тараканы. Грязь какую развела кругом. Ведро не выносишь, за свет не платишь, полы не моешь. О, советский опять ментам ночью шлялась. Привет. О, скотина пьяная. Советским алкашам от ментов. Ну, спокойно, спокойно. Да ладно, чего вы сцепились-то? Ты что, у тебя в милиции, что ли? Живешь как свинарник. Палай. Вот ты палай, палай у меня. Я тебя в квартиру не пущу. И за телефон плати. Сейчас плати, то тебя целую неделю не сыщешь. И потом, вынесешь ты, наконец, это помойное ведро или нет? Тараканов на всю квартиру развела. На. Держи. Но имей в виду. Спасибо. Имей в виду, последний месяц у меня живешь. У-ху! Ой, ты что, сумасшедшая, что ли? Вот в июне ищи, где хочешь. Идем, Олечка, не бери у нее ничего. Не бери меня. Успокойся, успокойся. И свет гаси! Mm-hmm.
Евгеньевич. Я слушаю. Добрый день. Добрый день. Душновато в Москве. Да? Кондиционер вроде бы работает. А вы не могли бы, я... А, конечно, конечно, нет проблем. Товарищи назначены. Прошу вас. Конечно, конечно. Да-да, постараюсь помочь. Пусть обратится прямо к референту. Да. Понял, понял. Ну нет, а чёрт, с удовольствием. Пусть зайдет. Ну, примерно 13:30. Что-то рановато появился. Что-нибудь произошло? Я могу говорить. Ну, конечно. Ну-ну. Последняя партия товара. Сочи, Марсель, Леон. Все как обычно. Там можно как обычно. Как всегда. Ну и хорошо. Но вместо Леона товар почему-то попал в Мюнхен. К некоему Фрейдерману. Раев, включай. Так вот он такой же Фрейдерман, как я, Роза Люси. Все, 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 девочки. Перекур. Перекур. Перекури немножко, совещание идет. А? Заказчик выяснил. Это Степанищев. Старший брат нашего. Казначея? Казначея. Федор Ивановича? Между тем, мне предлагают услуги некий бригадир. Так. Ребята у него серьезные, грамотные. Мне нравится. Очень хорошо. Вот если бы им еще не понравился Федор Иванович, было бы совсем хорошо. А он ему? Он ему уже не понравился. Ну и слава богу. Раиса Алексеевна, не пускайте ко мне никого. Хорошо. И еще, разыщите Журавлеву и немедленно ко мне. Ознакомились? Секунду. Какие проблемы, Корнеев? Проблемы с кассиром, товарищ генерал. Он сейчас в Москве, а в данный момент в министерстве у Бурова. Еще с кем проблемы? С кем? С бригадиром. Да? А на бригадира у вас выход, кажется, через кассира? Да, но кассир сейчас собрался в круиз по Черному морю с заходом в Стамбул вместе с семьей. Решил уйти за кордон? Без сомнения. Это осложняет операцию. Значит, я недаром прислал вам куратор из МВД? Спасибо. Майор Ступор у вас? Да, он здесь. Введите его в курс дела. Затем пусть Ступор зайдет ко мне. Понял, товарищ генерал. Ну что, стучать будете? Не понял. Доносы будете писать? А, нет. Ну, тогда сработаемся. Ты ведь у нас интернатская? Да, а что? Ну, а где он находится, твой интернат? В Величевке. Под Сочи. Под Сочи. Под Сочи. У тебя в Сочи никого не осталось? Нет. Нет, кажется, нет. А мать где? А хрен ее знает. Сейчас, наверное, в Геленджике. Кутаись она. Замуж вышла. Мужчина, красавец, брюнет. Хочешь, покажу? Нет. Из-за одного такого брюнета меня в интернат сунула. Ну ладно. Да нет, она хорошая. Может быть, только шалава. Может быть, и я такая же. А? Может быть.
Мы сейчас пойдем с тобой в видеозал, посмотришь кое-какие материалы. А потом поговорим. Шалава. Внимание всем! То, что вы сейчас видите, это оперативная съемка в кабинете Бурова. Это кассир, прибывший из Сочи. Доверенное лицо казначея передает информацию Бурову о банде бригадира. Эта банда пытается ликвидировать казначея и его людей. Буров дал добро на ликвидацию казначея. А кассир, который работает на тех и на других, сейчас возвращается в Сочи. Наблюдение за ним установлено. Оперативная съемка Краснодарского УКГБ. Казначей. Степанищев Федор Иванович. Он же Фролов, он же Козлов. Бывший сотрудник таможни. Сидел за валюту. Это его охрана, боевики. Михеев, Хлюст. Это Плахов. Катало из Урюпинска. Неделю назад нашли повешенным в горах. Не сдал свой процент от выручки. С казначеем шутки плохи. Задание. Журавлева входит в контакт с казначеем, выдает информацию на банды казначея и бригадира, возвращается в Москву, после чего с помощью краснодарского ОМОНа мы ликвидируем обе банды. Но учтите, у бригадира очень серьезная группировка. Они без сомнения подомнут под себя и казначея, и его команду. Они уже вышли на Бурова в Москве. Сожрали с Гасоева в Душанбе. Вошли в долю с самим Шариповым в Ташкенте. В Риге они казнили Озолса, который отказался им открыть канал на таможне. Это валютный ресторан в Дагомысе. Здесь казначей столуется. Обратите внимание, Александр Волков, по кличке Музыкант. Правая рука казначея, дважды судим, родом из Сочи. Вика, ты случайно не знаешь Волкова? Нет. А он тебя? Я же сказала нет. Кличку Музыкант Волков получил еще в зоне. Викон, занимался художественной самодеятельностью, было. Организовал ансамбль. С ними совершил побег. Что еще тот музыкант? Ну-ка, останови изображение. Георгий Пак. Кореец. Компрометирующих материалов на него нет. Однажды проходил по делу об ограблении актрисы Ивановой как свидетель. С видеоматериалом все. Подробности криминогенной ситуации по Сочи отдельно у меня в кабинете. Ее доложит сотрудник краснодарского УКГБ. Билеты, суточное, табельное оружие завтра в 10 утра. И оденьтесь поприличней. Поздравляю, Леночка, отличный удар. Спасибо. Кто учил? Митривелли. Алик? Да, Саша папин друг. Молодец. Водички, Федор Иванович. Ага. А чем занимается ваш папа? Папа? Ворует. Когда вы бываете на корте? Каждое утро в 7. В 7 часов. Мы с вами увидимся? Завтра.
Алло. Он приехал. Один? Ага. Добрый день. Бронь. Там. Туда. Добрый день, красавица. Здравствуйте. Прошу. Так, бронь на 18-е. Три билета. Шотару Ставелли. Люкс. А их выкупили? Как? Нет, посмотрите еще раз. Выкупили, выкупили. Вот, Полосков Сергей Иванович. Так вы же и выкупили. Вот ваша подпись, фамилия. Мужчина, мужчина, вы птичку забыли. Катюша! Алло, Надя? Ну что, Гондон, засветился? Всех московских ментов с собой привез. Шутки. Привет от бригадира. Мои у вас? Слушай, ты бычара, скажи мне, мои у вас? Еще на голос тварь берет. Значит так, жить хочешь? Двери на замок и закосил под придурка. Так, в чем дело? Чего? Я привез. В Москве согласны. Ты понимаешь, в Москве согласны. Ты сопляк, я тебя съем, ты а меня... Иди сюда. Понял? Говори. Говори. Папа, папа, миленький, мне больно, делай, что дядя говорит. Позови! Гони-ка, позови мне этого! Казну будешь сдавать мне, лично. Ну что, Леночка? Да. Ты здесь завтракаешь? Да. Ну тогда часа через два я ключи у портье оставлю. Хорошо, папа. Пока. Товарищ полковник, что-то звук никакого нет. Подожди, подожди. Сейчас, сейчас ей отдадут передатчик. Так. Но.
Ну, пошел, ну. Вот. Угу. Ну, вот порядок. Такие факелы у нас в Тюмени. Ну что, не нравится? Все равно я вам ее дарю. Вообще. Мы с ребятами только что из Сургута прилетели. 3 месяца без женской ласки. Ой, какие глазки. Понял? Понял? Но все равно, ежели что, заходите. Ваш сок. Спасибо. Эй, пропедалируй вон ту кобылу. Шурик, тебе можно? Садись, конечно. Извините, можно прикурить? Вали отсюда, кошелка. Так это же моя! Нехорошо чужие вещи брать. Вали отсюда, кобыла педальная. Ой, блин. Кися! Зачем чужое брать? А ну отдай. Я тебе потом другое подарю, зайдешь ко мне. Братан. А тебе ничего не подарю. Где Клифф взял? Трофейный? Где взял, где взял. Купил ее! Ладно. Ладно, братан. Где взял? Подарок. Береги. Я сейчас. Покури. По-моему, частяк. Там к ней буровики из Сургута клеятся. И сутенеры захороводились. Этим заткнешь грызло. Угу. Частяк. Но мне не нравится этот папашка. Обшмонаешь номер. Сделаем. Хорошо. Просили передать, что ключ от машины у портье. Спасибо. Пошли. Ключи от машины оставляли? Стоит, пожалуйста. Дело. Благодарю. Ну что, милочка, как мы будем строить наши взаимоотношения? А? Гнилая. Глохни. Вика, ты что, не узнала? Это я, Шурик. Интернат, ты что, забыла? Шура, она подготовленная.
Она не путана, Шура! Клянусь, мама! Ай, бля, рука! Хоть один волос упадет с ее головы, удавлю! Раз! Алло. Дома я, дома. Дома. Пожаловать, Шура. Все цветешь, командир. Привет, Дашка. Ой, Валерик, привет. Ага. Не узнала, богатым будешь. Буду, буду. Книжечку дай, пожалуйста. Пожалуйста. Смотри, смотри. Селить все равно некуда. Угу. Если только на крышу. Федор Ивановича тоже на крышу? Федор Ивановича? Угу. $850. Можно? $850? $850. Пожалуйста. Это возьму? Конечно. Ты знаешь, как я тебя люблю. Знаю, котик. Елена. Так. Федор Иванович! Федор Иванович! Федор Иванович! Порядок, Иваныч. И у меня. За номер платил сам, по документам дочь. Нормалек. Я так и думал. Ну, слава богу. Люс, пойдем со мной. Угу. У Бурова был. А? Был? Что, Шура? Сухогрузи в ван подобный. Так. Через таможню проходит послезавтра. А завтра ты в круиз. Жена взяла билеты. Что, я буду отказываться? Да. Без мыла влезаешь к бригадиру. Собираешь информацию на казначея. Сам в Москву, к Бурову. Подставляешь казначея. И билеты уже приготовил за кордон. Что получается? А что получается? Казну решил прихватить. Какую казну? А при чем здесь ты? Какую казну? Я вообще ничего не решаю, это к казначею. Казну решил прихватить. С вами только собственный геморрой можно прихватить. Что вы из меня фармазона какого-то Константинопольского делаете?
Я вас как папа Карло сколько лет? Мокрый, как мышь. Ты что мне сюда угрожать пришел? Чего мне угрожаете? А почему я не могу позволить себе поехать в круиз с семьей? Езжай. Я один не поеду. Езжай с семьей. Семьей? А где у меня семья? Где моя семья? Где она? Где моя семья? Эти, что ли? Почему на них веревки? Она 15 лет родить не могла. Это единственное, что у меня осталось. Я тебе их верну. Теплоход. 8 утра. 8 утра. Верну. Сегодня ночью. Где казна? Пожарку знаешь. Вот там под двое. Через кочегарку есть, через конце самого наемный сразу. Там, чтобы не отключить сигнализацию, нам тебе встанешь на лестницу. Так я не слезу. Спасибо вам за игру, Леночка. Не за что. Спасибо. Покатаемся? Нет. Завтра. Что, папу провожаете? Откуда вы шпионите за мной? Не бойтесь вы меня, я хороший. Экономный вы. Понял. Эй, сколько за все? Стольник, дорогой. Давай, давай. За ней, быстро. Леночка! Леночка, куда вы? Возьмите, это вам. Возьмите, с соседнего стола прислали. Завтра пикник на яхте. Шампанское, лагвусты. Годится? Начинаете исправляться. А где обещанные лангусты? Я не понимаю, Федор Иванович. Где Леночка, лангусты? Лангусты в Турции. А, в Турции? Вы меня обманули. В таком случае уходим в Турцию. А пограничники, Леночка? Вы боитесь? Стоп, стоп, стоп. Останови прямо. В Турцию. Ну что, Федор Иванович, вперед? Я эту телку где-то кнокал. Не понимаю, бригадира, че он с этим козлом чикается? Мочить его пора. Хватит, тебе плохого мало. Где же я ее видел? Я же не мутный. Впервые вижу. Нет, где-то я видел. В Москве. Нет, нет. В порту. Нет, нет. Где-то видел. Обознался? Нет. А куда ты жену Полоскову с киндером заныкал? Да на овощной базе, на развилке. А что? Ничего. Где? Эх, Паша, плачет по тебе вышак. По мне? А по тебе?
Ты чего раскис-то, кореш? Чего раскис-то? А вот не нравится она мне. Мне не нравится тоже. Давай на разборку к бригадиру. Вот это дело. Точняк, я ее где-то видел. Значит так, грузим. Вы казначея, я тёлку. Вспомнил, Шурик, вспомнил. Она 2 месяца назад сняла рыжего в ресторане, а потом его взяли. Эх, Паша. Ты это не забудь, потом в мемуарах издашь. Хоп, мясо. Познакомимся, Леночка. Жорик Пак. Халуй и Скотт. Но очень нужный человек. Федор Иванович. Как всегда, Жорик. Слушаюсь. Прошу вас. А вы чем занимаетесь? За ваши труды. Давайте лучше выпьем за ниточку, которая нас связала и которую я уже никогда не отпущу. А труится тот, кто долбит клювом всю жизнь и роет лапками. Извините, Федор Иванович. Какие-то люди в администраторской просили передать. Их очень жаль. Очень. Передай им, что я из них чучело сделаю и соломой набью. Все передам. Иди. Извините. Леночка, хотите знать мой девиз? Хочу. Никому не верь, ничего не бойся. М? Игра такая. Они мне ставят нолики, а я должен угадать цифру. А мне можно? Только осторожно. Извините, Леночка. В администраторской говоришь? Пойдем. Посмотрим, кто такие. Иваныч, проблемы? Дай закурить. Что делаем? Отдыхайте. Угу. Ну ладно, в чем дело? Где они? А кто здесь? Хочешь?
Быстрее! Куда ты, Шура? Быстрее! Да что случилось? Потом все поймешь. Прыгай! Прыгай, я тебе говорю! Зачем? Прыгай! Слушайте, вам не кажется, что ее слишком долго нет? Кажется. Я запросто шлепну. В церковь сходи, свечку поставь за здоровье Шурика. Это на такси. И домой, быстро, домой. Он ждет вас. Иду, иду, бегу! Нади, уж Кади.
Где мы? Голова как? Оклемаешься, иди звони. Кому? Знаешь, кому. К местным ментам не суйся. У бригадира здесь все схвачено. Шурик, Шурик. Может, объяснишь? Вика, ты меня не доставай. Ты мент, я сама знаешь. Разбежались? Откуда ты знаешь, что я мент? Ну что, давай кто кого пересмотрит. Помнишь? Отвела. Дешевый ты парень, Шурик. Был им и остался. Да нет, Вика. Я теперь не дешевый. Я теперь дорогой. Они же, Шурик, тебя за казну на том свете найдут. Вот я и думаю. Может, ментам податься? Казну сдам, капитана спецназа сдам. Может, на работу возьмут 150 плюс прогрессивка, а? Откуда про капитана знаешь? Это тебя казначей прохлопал. А я, Вика, все про тебя знаю. Ну как, не берешь? Рэмбо, ты уже 3 дня как покойница. У бригадира в вашей конторе стукачок на подсосе. Так что делай ноги. Сразу в Москву. А мне этих бабок добровей. Саша. Ступа, Евгений Николаевич. Сегодня утром прилетел из Москвы. В Москве считают, что операция провалена, с треском провалена. Объясняю, почему. Первое, казначей исчез. Второе, кассир, через которого был возможен выход на бригадира, убит. Третье, Виктория Журавлева, кстати, полковник ваша протеже, ушла с рецидивистом. Ну, одного этого достаточно, чтобы отдать вас под суд. Москва вас просто отстраняет. Проведение операции поручено мне. Продолжайте пока оперативку. Прошу вас, мне нужна полная информация по этому делу. Понятно. Мещенко. Аэропорт перекрыт, поезда под контролем, фотографии разосланы всем службам. Мы прочесали все сочинские пляжи, санатории, гостиницы. Нигде Журавлёва обнаружить не удалось. Официант-кореец показал, что из ресторана Журавлёва уходила с Волковым без принуждения. Возможно, тут имеет место сговор. Что у тебя? Волков Александр Иванович. Учился вместе с Викой Журавлёвой в одном интернате. Одноклассники утверждают, что у них была любовь в 10 классе. Ну, то, что мы этого не знали, наша недоработка. Играл в ансамбле на гитаре. Во время борьбы с роком был незаконно осужден, якобы за ворцовку аппаратурой. Ясно, что сел ни за что. Второй срок схватил за попытку организовать побег. Характеристика
из Архангельской колонии строгого режима. Скрытин, Волевой. За 3 года 18 карцеров. Я понимаю. Измена в рядах МВД, к великому сожалению, стала почти нормой. Но то, что случилось с вашим протеже, вот, капитаном Журавлевой, это просто, знаете, ни в какие ворота. Ну, в общем, приказ о вашем отстранении. Кстати, я имею письменное распоряжение при ликвидации преступников применять оружие без предупреждения. Ну, а если там будет Вика? Измену будем выжигать каленым железом. У меня все. Слышишь, ракушки играют, как тогда. Луна. Кайф. 10 лет звезд не видел. На зоне отбой и кранты, а звезды это хорошо. Викуша, слышь? Спишь? Сплю. Холодно. Согреть? Перебьюсь как-нибудь. Что ж ты такая красивая стала, а? Для тебя старалась. Полный чемодан бабок, жрать нечего. Ты есть хочешь? Хочу. А меня? Тебя не хочу. Ракушка. Пели, танцевали. Как праздника хотелось. А тебе казначей не жалко? Нет. Совсем? Меня бы кто пожалел. Не нашлось такого жалостливого. Родные и близкие, подойдите проститься с усопшим. Федор Иванович, Федор Иванович, всю жизнь без очереди. И на тот свет в чужом гробу некрасиво. Помнишь, москвичонок у завхоза здешнего был старенький? Я его увел.
А потом мы всю ночь катались. Помнишь? Делай ноги, охрана. Помнишь? И как можно быстрее. Как я могу. Отпусти. Да ни за что. Никогда. Саша. Сашенька. Саша. Засвети стукача. Кто? Зачем тебе? Кто? Это дорого будет стоить. Дашь на дашь. Согласна. Ну, покажи, поверни. Нет, договор. Поверни. Подвешивали к потолку и ногами втроем, пока не устал. Узнали, что музыкант пальцы переломали. Зачем? Покланял много. 18 лет. Гений непризнанный. Песни в зоне писал. Я ждала тебя. Знаю. А второй срок? Почему? Почему? Оттуда нормальными не возвращаются. Ну что, побежали, как тогда? А разве можно? Замужем? А, три раза. Я тоже свободен. Так. Приехали. Ну ничего, отмажемся. Старший сержант Свиридов, ваши документы. Командир, понимаешь, костюм снял и права дома забыл. Такая история. Какой костюм? Документы? Ну-ка, подожди, ты не кричи. Мы с тобой мирно разговариваем.
Да. Договорились. Я тебе сейчас буду всегда. Ну что? И спокойно, ну что? А что? А что? Ну что ты? Что ты? Спокойно, ты спокойно. Костюм. Ну, куда ты? Это машина завхоза. Из интерната. Пройдемте, гражданин. Ну, подожди, ты на машине. Пройдемте. 10 лет назад. У меня там полный чемодан бабок. Ну, я тебе сколько хочешь отвалю. Да будь ты человеком хоть раз в жизни. Все, хватит. Я ее 100 лет не видел. Любовь моя первая, пойми ты. Ну, ну. Жизнь у завхоза стартер барахлил. Все, я сказал! Совсем, ну что совсем. Такое? Что-нибудь еще? Да, дай этому песниру. Пусть заглохнет на сегодня. А что заказать? Что-нибудь из Битлов. И сержанта Пейпера. Любимый диск моей девушки. Был. Чего молчишь? Чего, кто кого пересмотрит? Спрашиваешь, почему второй срок схватил?
Тебе этого не понять. Никогда. Кыш, орлы пятигорские, за такие дела в угол поставлю. Эта песня прозвучит для выпускницы 6-й группы спецшколы-интерната имени Крупской Вики Журавлевой. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. In yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. В интернатский, что ли? Из мультфильма. Комнатенка свободная найдется, перепихнуться. Ты чего, приятель? Пожалуйста, комнатеночку мне свободную. Быстро, быстро, быстро. Бутовкой диванчик устроит? Журавлева? Да, это я. Где вы находитесь? В Ракушке, около Речевского интерната. Здесь Волков и Казна. Очень хорошо, Журавлева, я высылаю наряд. Держитесь! С кем я говорю? С майором Ступором! Ты что, сдать меня решила? Остановись. И трахалась со мной, чтобы вложи потом. Саша, остановись. Как остановиться? Как? Я не знаю, как. Я не знаю, как. Как остановиться? Ну, беги. Беги. Вместе. Саша. Саша. Сашенька. Письма свои забирай. Фото на память мест первой любви. Ментов забирай. Все. Не было тебя. Ничего не было.
Куда? В Гонолулу. Пошли. Бригадир, она в подсобке сидела. А Эд сказал, что он в Адлер уехал на автобусе. Когда? Минут 40 назад. А я даже их номер запомнил. Хорошей памяти у меня есть, глазастый. А про нас забудь. А эту с собой возьмем. Может, пригодится кому-нибудь. Шурику, ментам. Грузите ее. Ах, халдей! Только не заморозьте, как казначея. Я хочу провести еще одно конкурсное задание, о котором, клянусь вам, они не догадываются. Правда, не знаю? Теперь вам нужно будет Ты чего? Эй, ты что делаешь? Ты рыла!
одну достану. Скоты. Нужна. А ты давай гони на развилку. Оторвись от нее! Разворачивайся! Уходи на грунтовку! Уходи! Уважаемые товарищи, мы прерываем наши передачи для экстренного сообщения. Мы ведем прямой репортаж с летного поля аэропорта Адлер. 2 часа назад вооруженный преступник захватил автобус с пассажирами и потребовал предоставить ему самолет, экипаж и беспрепятственный вылет в страну, назвать которую он пока отказывается. Работниками сочинского УКГБ и отрядом специального назначения было принято решение предоставить самолет преступнику с условием освобождения пассажиров и водителя автобуса. Я передаю слово руководителю операции майору Ступору. Пожалуйста, товарищ майор. Всем постам срочно принять меры по задержанию бывшего капитана милиции Виктории Журавлевой. При оказании сопротивления стрелять без предупреждения.
Волка, я еще раз предлагаю вам сдаться. Вы блокированы. Сопротивление. Товарищ майор, с первого поста доложили. Прорвав оцепление, на летное поле только что въехала Виктория Журавлева. Стучать не будешь. Мартынов, Михель, со мной! Быстро! Быстрее! Он вооружен, Вик. Он стреляет, он уже ранил человека. Все ушли. Теперь могу идти. Зачем ты пришла? Сиди. Вернись. Зачем ты пришла? Зачем? Я хочу тебя спасти. Так и так, Вышка. Саша, отпусти людей. Я сказал тебе, вали назад. Вали. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Yesterday, all my trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know.
she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Жаль не нас, Вика, а вся эта жизнь. Пожар в бардаке во время наводнения. Ладно, вали сюда. Работа есть. Зачем? На куски, а? Я живой был, я праздника хотел. Живой был, праздника хотел. Ну, давай! 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 Ну, давай! Еще!